О развитии сферы торговли, общественного питания и бытовых услуг говорили сегодня в Гродно на заседании городского исполнительного комитета. Второй год у нас действует безвизовый режим, и количество иностранцев, желающих без лишних препятствий попасть в наши края, стремительно растет. Посетить Гродно стало проще и дешевле, но все-таки недоработки есть. И в первую очередь речь идет о торговле и ее развитии. Причем есть вопросы, которые необходимо решать не только на местном, но и на республиканском уровне. Поэтому участие в заседании Гродненского горосполкома принял и министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович. Мы работаем по внесению изменений в законодательство об обороте алкоголя, табачных изделий, о реализации табака и табачных изделий. И это должно способствовать улучшению условий функционирования организации торговли на территории страны и улучшить торговое обслуживание для покупателей. На заседании Гродненского горосполкома также были рассмотрены обращения граждан и юридических лиц, поступивших в городское жилищно-коммунальное хозяйство. По всем вопросам даны исчерпывающие ответы и разъяснения.